Так, друзья, снял шкурку с лесовина. Для маньяков записываю подробности попадания. Ну, шкурку снял неплохо, можно сказать. Без всяких лишних порезов. Нормально, короче. Сохранилась шкурка. Выхода не было, потому что пуля осталась в лесовине. Прошла она его по диагонали. Вот вход. Четко в лопатку. Вот здесь. И выход. Вот тут. Вот видите, она под шкурой прошла. Взрывной волной вскрыла. Но шкурка за счет своей эластичности, она осталась целой. Пулька ушла вот в заднюю ногу. Вот вход. Где-то она внутри осталась. Выхода вроде бы нету. Короче, просто случайность. Вышла бы пулька через шкуру, чуть-чуть другой угол был бы, или ее мотнуло бы. И она бы нахрен, вот такая вот дыра была бы в шкуре. В общем, 223, если нужны шкурки, то это не лучший, наверное, выбор. Или стрелять подальше, где-то за 150 метров. Или скорость снижать этой пули. В общем, рвет через раз. Мощный калибр, высокая скорость пули. Если надо шкурки собирать, то, наверное, лучше мелкашка и где-то сидеть на приваде, щелкать их в голову или по корпусу. От мелкашки там выходное редко бывает большого диаметра. А 223, да, половинит. Для снятия шкурки с лисы использовал нож из комплекта, который мне прислал мастер Александр. Я показывал на канале комплект из двух ножей. Один большой, другой маленький. Вот на этот раз маленьким снял шкурку. Хоть мне и жалко такие ножи по лисам гонять. Но другого ножа с собой не было. Конечно, очень удобно. Маленький верткий лазер, можно сказать, скальпель. Режет капитально. Вы можете посмотреть работу Александра на его канале. Ссылки будут под видео в описании. Переходите, смотрите. Классные ножички для охоты и прочих дел. Лиса где-то тявкает там позади, за полем. Попытался подманить. Не прибежала. Наверное, какие-то более важные государственные дела у них сейчас. Поэтому забираю я свой трофей и шурую до машины. Пора домой ехать, уже стемнело. Всем пока. Вот такой вот ужас в ночи. Ужас, ужас. Зеленым не смотреть.